последний весенний денек. Завтра уже лето. Сегодня пока еще холодная весна. Да. А вон, смотри, опять. Видишь? По воде. Мне кажется, что это смерч водяной. Конечно, когда снимаешь, ничего нету. Нифига. И кто бы его съел-то такого? Я бы их не рискнул. А ты? Он утащил, наверное. Да, наверное. Видите, так прямо ее подсакивает. Она не может еще и размотать-то. Что-то вот это... Они же знают, что мы уезжаем, поэтому надо брать. Мешает ее подсакивать. Раз и поднять. Похоже, что он зажал очень сильно этот. Мне вот эти не нравятся, вот эти бабочки. Там еще одна. Вот эта маленькая. А там еще одна. Она размотать даже не могла. Что, устала? Телепала, телепала. Устал. Ты как все скосила. Всю траву. И как бы из последних сил, да? Сказал, что? Вместе. Ахмат. Вас на жопу натянул. Зверка. Извини. Что, 31 мая. Закончили процесс на водоеме вот таком, имеющем границы на озере. Хотели дольше посидеть, но дяденьки говорят, что топливо у них кончилось. Без горючего тут плохо. Поедем, наверное, завтра на реку. Вот, поглядим, что там, как там дела на реке. Вот, вдруг там рыбы до лешего. Так что дон, но. День был долгий, длинный, трудный. Завершаем его поездкой за водой на речку. Для бани и нужд. Да? Тяжко. Жарко очень было.
Очень на жарко. Прицеп, говорит, мы возить не будем. Колеса проворачиваются, а воды сколько хочешь. Вот они, братья, набирающие воду. Где-то ходит медведь, лось и Андрюха должен прийти помыться в бане. Андрюха решил сдать на права. А вот пускай. А он с гидрачом никогда и не ездил. Езжай! Да ладно, пусть едет сам. А что у него так все получается хорошо? Неринские мужики гуляют по деревне. Нормальные мужики на тракторах не ездят. Нормальные мужики ходят пешком по клещам. По клещам. Давить клещей. Смотри, как далеко объезжает дерево. Нормально. С запасом. Нормально, вообще на. Это новая колея, новая. А ты хотел проехать по новой, там по короткой. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок. Поле, каждый колосок. Небо голубое. Это все мое, родное. Родина моя, всех люблю на свете я. Черемуха начинает цвести. Запах обалдеть. Все черемухой заросло. Вот если вы думаете, что мы тут ничего не делаем,
Все, спасибо Лехе. Леха в прошлом году напилил берез. Он там вот. Молчановский, я тебя ненавижу! Вот. Вот. Ребята уже запыхались. Молчановский, я тебя ненавижу! Он тебе просто говорит, что он тебя здесь не видит. Он говорит, чтобы ты был здесь в сентябре и все поколол. Да. Я тебя ненавижу, гаденок. Вот почему вот Андрюха не может разговаривать по-русски вообще? Он не русский. Без монгольского языка. Монгол. Монгольский язык почему применяет? Я веду себя так, как я считаю нужным. Да. Бушеринги гутоха намбитскейм, сикаманшиши намбитскейм, да? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Здрасте. Этот, падла. Ловил рыбу опять. Мне опять придется рыбу солить. Да? Все, завтра просто поощим. Просто едем по реке и ничего не ловим. Снимаем с воблеров и какие. Я предлагаю воблера вообще не брать. Отобрать. Воблера не брать, а решетки против. Чего взяли решеточку-то? А где? Вон решеточка, на стенке висит. Надо принести. Это решеточка такая. Ты посмотришь, надо, не надо. Тут коляски, детки. Уже обожженная. Это вам не Париж, не Вена, не Лондон. Это Россия! И чтобы затевать свою игру, надо узнать этих русских... О, Джонни, я хочу как в синематографе. Прошу тебя, сделай монтаж. Самсунг. Самсунг. Леха Молчановский напилил березы. Гаденыш, не гаденыш. Да, приходится колоть. Приходится колоть. Леха тебя тут ждет еще вот. Да лучше пилили. Вот еще, да, еще пилили и кололи. И вон твоя еще просека. Первым делом работнику давали много есть. Если работник плохо ел, его не брали на работу. Вот такой легкий ужин. Вечер не удался. Да, легкий ужин. Да. Вовка такой, поехали быстрее домой. Поехали, там курица портится. Портится курица. Курица портится. Курица вертится. И вот они. Курица вертится. Которые а портили раз, курицу. А мы раз таки взяли ее и испортили. Да. Да. Вот да, если бы еще не курили бы люди, блин. Могут быть использоваться. Это самое ненормативная лексика? У меня нет. Мы не матюкаемся. Нет, курево, просто курево. Тетя Люся, привет. Дон. Люся. Тетя Люся. Привет. Офигенный привет. Снеллинги. Конкретно с Верховья. Деревня Карповская. Карповская. Дом номер раз. Раз. А вот сзади дом Настасьи Алешиной. Да, номер три. Да, номер потому три. Что номер да. Два он где-то там да. Был. Андрей Владимирович. Викторович. О, Викторович, сорян. Ничего. Тыры-пыры, шуры-муры. Вовка закурил. Просто. Чтобы курица, чтобы не сдохла, курица, решили ее испортить. Да, вот, гоняли, взяли и испортили. По лесу гоняли. А то, что гоняли. По идее дохло, мне скормили уже. А то, что да, то, что сдохло, у нас да. Это хорошая собака. Привет. Мы находимся в бане. Я сейчас буду затапливать баню нашими щитами за квартиру. Кто знает, тот понимает. Сами знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать. С бумагой в стране напряженка. Искусство не горит. Да? Да. Национальная традиция.
Да, вот тут флаг попал в кадр, товарищи начали гимн петь. Давайте. Союз нерушимый, республик свободный, схватила на веки Великая Русь. Здравствуй, созданный волей народа, единый могучий Советский Союз. Славьте Отечество, наше свободное, дружбой народа, дружбой народа. Ну что, нормально, спели. А спели песню до конца, теперь по рёбочке венца. Кто не пел, то... Я не пел. Ты не пел. Тот по одной, а нам налейте по другой. А компот? Не-не-не, все нормально, нормально. Настоящее время каждый имеет свое право.